Здравствуйте, дорогие друзья, с вами снова Андеру Кун и наша великая империя бурчащих котов продолжает свое развитие, и у нас намечен первый план. Первый план войны, он состоит в создании трех флотов по 50 единиц лимита и удару по образовавшейся небольшой такой... небольшому такому оборонительному союзу, который у нас тут живет. Во-первых, мы терпеть не можем огурцов, и нам очень хочется пощупать ящерицы. Ну и просто такая маленькая война для теста своих собственных сил. Конечно, я заклеймил только ближайшие системы. В принципе... война будет маленькая, инфлюенс не хотелось тратиться. У нас есть куча планет, куда мы можем влить его. Вот. Даже аномалии какие-то находятся. Вообще, Fleet Command Limit мы до 20, плюс 20 можем расширить в ближайшее же время. Но пока, думаю, без этого обойдемся. По 50 флотов должно хватить. Единственное, что вопрос логистики... нужны ли нам верфи судостроительные на фронтовой территории, так скажем, при фронтовой. 200 экспы, 250 living metal и 25% прогресс. Но это, конечно, очень далеко. Этот живой металл, к сожалению. Вот, единственное, что... нам нужны ресурсы для отстройки флота, и нам нужно отстроить военные базы на случай, если бои пойдут где-то как-то не так, как нам бы хотелось. Так, тут закончили строительство, прекрасно. Чтобы у нас была точка, к которой мы можем, если что, откатиться и держать оборону. Так, ну я думаю, начинаем строить флот. Мы близко к лимиту наших минералов. Загружаем верфи сейчас работой. Вот немножко не вовремя я так потратил все ресурсы. Так. Ага. Можно узнать координаты солнечной системы. Solar Coordinates, Event Chain или просто Engineering Research. Давайте Рхасу дадим экспы. И посмотрим, куда ведет этот... квест. А нет кнопочки Go To? Что-то я не могу понять. А, вот здесь это, собственно, солнечную систему нам предлагают исследовать. Хм. Окей. Значит, никуда не ведет для нас этот квест. Так, ресурсы сейчас подвезут в начале месяца. Здесь. Хм. Инжиниринга маловато. Думаю, сделать ли две инженерки одну физику. Да, наверное, так и поступим. Инжиниринг, физикс, инжиниринг. Так, технология. Fleet Command Limit 20 нам дали. Военная академия для пехоты. Кстати, я еще не начал даже строить пехоту. Да. Это вот печалька. Это вот я потратил ресурсы. Ну, тут, в принципе, очередь строительства достаточно приличная. Верфям будет чем заняться. Но пехоту надо построить, потому что у нас всего 10, а нам придется штурмовать планету в системе Анбак. И в системе Азуна, кстати. О, мы достроили здесь, походу, оборонительные. Нет. А что мы построили? А, это колони шип, который будет... Ну, удачи, пацаны. У нас все еще есть время, пока мы грейдим вот здесь станцию. Собственно, она уже дегрейдилась. Тут три платформы сейчас сделается. По-быстренькому. Нет, ангары я ставить не буду. Миксую ракеты с... обычным лучевым кинетическим оружием. Так, ну и апгрейд сразу. Да, сейчас начнет падать наш инкам, потому что мы будем содержать флот.
Интересно, у нас слоты для лидеров трех есть, адмиралов нет. Кстати, наш супер адмирал, он как-то это стареет, пацан. Надо иметь в виду, что у нас 20 лет до тех пор, ну 25, когда он выйдет в возраст, при котором может умереть. Construction complete. Так, Унук. Закончили констракшн, молодцы коты. Здесь констрактор ждет, когда мы эту систему доисследуем. Неплохо, 3 энергии, 12 минералов. Здесь мы обустроились, да? Так, мы вот здесь вот строить начинали и не закончили. Потихоньку будем расширяться. Тут у нас новый соперник. Пока я не думаю, что мы будем ставить здесь какую-то станцию. Так, survey complete. Так, как бы мимо этих амеб проскочить? А, они улетают, да? Нет, они висят просто над газовым гигантом. Ну, давайте попробуем пока эту тогда систему изучить. Так, корабль с коробки снятый возвращается. Лидер как раз подкачался, глядишь, полевелапается, пока ассистит ресерч. Ну и, конечно, старбазу здесь ставим. Цезуетов может взять сразу с этой войной и Пазуна, чтобы ж так сказать, расширить. Так, construction complete. У нас еще не закончилось развитие на самом деле планет. Здесь все инженерками забиваем. Хорошо. Да, строительство идет. Как там сектор, кстати, наш поживает? Сектор. Ну хорошо, 6000 минералов у них в запасе есть. Они там что-то строят в Салурии Prime секторе. Население почти довели. Энергию можно будет начать таксовать, кстати, скоро, потому что явно расчисткой квадратов они закончили. Я думаю, можно сразу таксовать, потому что нам нужна будет энергия, чтобы оплачивать услуги разных анклавов, которые мы заказали раз в 10 лет. Они будут приходить и говорить: ну что, продлеваем контракт. Новые пушки, новые щиты. Вот, прекрасно. Так, флот строится, доходы падают. Ну, пока этот процесс, конечно, с одной судостроительной верфью будет не быстрым. У нас есть два слота под старбазы по-прежнему. Возможно, стоит их попробовать. Ну, одна пойдет вот здесь, вот, или вот здесь будет у нас пограничная, опять же, система. Так, доросли, молодцы. А вот одну мы можем использовать. Fleet Limit может быть взять со Starbus. Но у нас там, не, у нас Naval Logistics строится, все дела. Хотя не сказать, что нам энергия особо-то нужна на самом-то деле. Да, энергии приток хороший. Делаем, наверное, Naval жилище. Так, ну у нас есть, кстати, Living Metal, если что. А, ну тут все физиксом забивается, тут все просто. Отлично, вперед, ребятки. 2500. Дестройеры стали прочнее, это хорошо. ХП, Defense Platform или корвета. Вот здесь мы впервые пикнем технологию не самую дешевую, потому что 100 хитпоинтов корветов это, по-моему, треть от их ХП нынешнего. Да, то есть такой баф очень значительный. Надо начинать пехоту делать. Креативный у них ступор. Дарифунт. Не, мы надеемся, ситуация импрувнится. Так, патронов за артс мы потеряем, я чуть не пойму, или нет? А, нет, не потеряем.
Просто был выбор получить 1000 энергии назад. Аномалию я стартанул или нет? Стартанул. Так, а в смысле парень? А, он с Айбрикс Альфа улетел, я забыл, что там почему-то не хотел прокладываться путь. Надо было вручную проставить. Ну ладно. Так, тут какие-то амебы висят, как обычно. Стоять. Ага, это залет. Так, ну аномалию мы исследуем по-быстренькому, я надеюсь. И да. Так, сразу текай, парень. Разрывай дистанцию с амебами. Cybrex Central Nexus. Ну вот, собственно, 10 тысяч юнити, которые бы на ранних этапах гораздо сильнее пригодились бы. 2000 энерджи кредитов, это всегда хорошо. И 500 ресерча инжиниринга. Не то, что для нас это было бы действительно много, но, о, собственно, мы можем открыть новый путь. Так. У нас там есть эти воители, которые не очень довольны, что у нас супремаси нету. Возможно, стоит взять супремаси, так как мы входим в фазу войн, и ее развить было бы очень здорово на самом деле. Две старбазы и дешевле апгрейд старбаз, в принципе, понадобится нам. В следующем claim influence cost reduce на 20% возьмем. Вот, и... сможем клеймы дешевле делать. Так, амебки потусят немного в этой системе, я так подозреваю, да, какое-то время. Поэтому мы можем спокойно вот так их облететь. И survey system, и дальше вырваться в далекие-далекие дали. Так, construction complete. Тут все-таки грибок зарастет. Ой, ну что-то пацаны очень медленно растут. Видимо, скорость роста распределяется в зависимости от того, какое соотношение того и другого населения. Вот, ну ничего, для разнообразия клингоны у нас будут научниками великими. Так, пехоту начинать строить надо. Для штурма планеты понадобится нам ее много, потому что пехоты у нас особо крутой-то и нет. А вот... А у пацанов она может быть... Вообще, что за раса у нас тут? Талантливые инженеры Solitary Nomadic. Ну, еще они милитаристы, но это не влияет на наземные армии. А эти ребята... Resilient. Хорошо, что мне их планету пока штурмовать не придется. Resilient это такой же трейд, как у наших коней. По-моему. Да, Defense Army Damage 50% плюсом. Это будет штурмоваться очень-очень непросто. Так, ну начинаем строить армии. Переведем на Playground наши транспорты. У нас 10 пехоты, в принципе, есть. Я их, боясь какого-то очередного ивента, по-моему, поднастроил. Ну вот теперь они... Так, Great Zaydran Combine is an no longer a valid rival for our empire. А, суть в том, что мы стали слишком сильны для этих пацанов, чтобы они были нам райвалами. Вот, pathetic. Pathetic, даже вот так надо это произносить. То есть мы сейчас за счет раскачанной гари на экономике вырвались вперед и настроили флот. Вообще, на самом деле, весь этот головокружительный успех... получился только потому, что у нас были щупала. Щупала, которые смогли заселять абсолютно любую планету без всяких проблем. И тем самым мы очень резко пошли вперед. Так, Military Academy сделать, но пока не знаю даже, где ее буду пихать. Так, Naval Capacity, Leader Lifespan. Лидер лайфспаун выглядит достаточно интересно. Не знаю, наверное, луп институт ставить не буду. Он продусит социологию много. Happiness 5% и этик attraction говерментовский 5%. Разве что на очень больших планетах. Просто как бы, ну, у нас и так society до хрена.
А это дело как бы минорные очень бафы на самом деле. А дольше жизни. Вообще хабитабилити 5% нам даст очень много. Потому что, во-первых, моралька на некоторых планетах, где коты живут. Где коты живут? Вот коты живут. Моралька от этого страдает, производство от этого страдает. Как бы чуть-чуть это поможет. И котам, и прочим птицам. Кстати, вот эти вот товарищи, я правда не знаю, что это такое вообще, как это назвать, что их как расселилось у нас 37 штук, так на том и осталось. Инженеры они хорошие, понимаете ли. Вот. Так. Строимся, ресурсы потихонечку текут. Сектор, ну, в целом хватает. Может быть, под конец чуть-чуть у них нехватка будет, конечно, Construction реса, но complete. думаю, они справятся. Так, Бею. Закончили строить оборонку. Молодцы. Construction complete. А, то же самое в Астрике они. То есть осталась только вот эта база недостроенная еще. Но это как бы время. Ну, а здесь у нас будет в любом случае флот. Так что пока мы туда-сюда прилетим. Construction Мы, кстати, complete. до сих пор торгуем с ксурокорпом жратвой. А у Риганов, кстати, есть штука, которая бафает военные дела, да? Strategic Resource. Вот он. Army Damage 10% и Fire Rate 5%. То есть лишним явно не будет. За 3000 на 10 лет, да, покупаем. В преддверии, так скажем, войны. И вторые, с которыми мы торговали едой заради того, чтобы... Кстати, здесь приход есть, нет? Вон, Ксюрокорп трейдил. Посмотрим. Ксюрогель. Хабитабилити 10%. Прекрасно. Берем. У нас подбафается чуть-чуть все. Так. Хорошо. Так. То есть, чем больше империя, тем больше эти ресы, естественно, буду давать. Здесь по асценденсе мы пока ничего не берем, потому что я хочу, наверное, генетическую эволюцию делать. И World Shaper, то есть делать Гаи, терраформировать все в Гаи. Такое. Свобода, равенство, братство, планеты хорошие для всех будут. Не только для щупалов. Вот тут котов можно будет расселить тогда. Так, Space Amoeba Hunters. Ребята нас засекли. Валим отсюда. Вот тут, кстати, что-то у нас есть. А, это три военных корабля нужно сюда прислать. Ну, это такое, ребята. Это не скоро. Так, пехота строится активно. Сколько мы уже построили пехоты, кстати? Длиннющий список. Две штуки всего лишь на самом деле. Еще пять. Итого семь. 20 пехот. Пока этого хватить должно. Так, Баскарад. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А вы кто? А вы минеральная планета в целом-то, да? Значит, сначала ресурсы. Так, здесь у нас получилось 5 научных лабораторий. Две физики, три инженерки, потому что тут физики очень много. Физика, инженерка, инженерка, инженерка. Окей, вроде подстроились. Так, там никто в ближайшее время не закончит свою... Нет, не закончит свою очередь. Реинфорсим еще часть флота. Останется 4000 для того, чтобы достроить флот. Плюс старбаза, которую мы там делаем. В нее еще подвлить нужно будет. Но это уже даже в процессе войны можно будет сделать. Так, не забываем, две старбазы мы еще там можем достроить. Конструктор. Ну, у нас уже все тут заперли, в принципе. Единственное, что планетка тут континентальная на 15. Можно, в принципе, полететь туда и все сделать.
Так, колонизатор там летит. Где-то у нас была, да, вот станция, которую мы грейдим. В Anchorage, наверное. Нормально так, корабли уже жрут. 141 минерал и 84 энергии. Сектор, ну, ему пока хватает ресурсов. У него запас хороший, там он что-то строит активно, население растет. А, у нас, кстати, выборы начались. Ну, Ралпакини наш лидер навсегда. Его, в принципе, население поддерживает. 56%. На третий срок, по-моему, пацан идет. Кошатина какая, а? Так, старбазы. Да. Encourage, upgrade. Ну, пирата у нас вряд ли появится. И еще одного райвела мы тоже потеряли. Значит, нижний пацан посильнее верхнего, потому что он слетел с позиции райвела вторым. Новые шилды. Service speed, кстати, можно открыть для того, чтобы наш там единственный научник, быстренько проскочивший мимо амеб, смог это все поисследовать. Ну и кроме того, все-таки... Ух ты! Мегаструктура в Cybrex Alpha. И это Ring World разрушенный. Его можно будет восстановить. Это интересно. Так, ты, парень. Вот все-таки в Тао Цигни мне бы хотелось залететь, посмотреть, слетать на солнце, может быть, посмотреть, что там, что. Потом вернемся домой. Так, нас тут унижают дипломатически, всячески, засранцы. Construction complete на Стерапе. Прелесть. Значит, самая большая планета. Ой, надо шети. Ралпакини, да, Ралпакини. Кстати, Starbase Upgrade Cost и Defense Platform Build Cost, они очень нам и пригодились на этом этапе. Так, у нас же новые шилды, нужно бастионы наши прогрейдить, точнее станции, которые вокруг них крутятся. Так, прелесть какая. Сразу апгрейдим три платформы, которые там есть. Корветы у нас сейчас подбафнутся. Ships upgraded. Стеров. Да. Так. Ну, база-то 6700 у нас по силе вообще. Побольше, чем наш сольный флот. Там, правда, шилды не проапгрейжены. И вот крейсер. Крейсер. Знаете что, я хочу крейсера, да, почему нет? Давайте возьмем крейсера. Дорого, конечно, и сердито, но 28 месяцев для нашей науки, это и недорого на самом деле. Так, Playground продолжает строительство флота. Вообще, при резком нашем таком наращивании военной мощи, соседи должны были бы резко так забеспокоиться на тему того, что происходит. Но вот если подготовку мы закончим после того, как я возьму этот перк, можно будет заклеймить еще пару систем, пожадничать. Army Damage, кстати. Unity за райвелов. Fleet Command Limit and Fire Rate. Вообще, ну, конечно, мощная эта Supremacy. И War Doctrine там особая вообще штука. Так, Habitability. Ура! Исследовалось. Ну вот, не знаю. Тут, конечно, вот это для Unity хорошо, быстрая технология. Но вот Claim Influence Cost и War Exhaustion Gain. И нам пригодятся, тем более 16 месяцев. Пфф, такое себе. Так, как у вас тут все не обустроено, господа мои хорошие. Так, сначала грейдим то, что к науке отношения не имеет, чтобы расчистить себе видение. Ну, в общем-то, 4 инженерки, 2 физики, потому что там вот физик есть базовый какой-то. Ну, хотя... Инженерка и здесь есть какая-то. Не, давайте физики сделаем 3, инженерки 3.
Так, поровну примерно. Все, пошло. Так. Так. Никто там не халявит у нас. Халявит, естественно. А, ну пацан просто смотрел, нет ли тут каких амеб курсирующих. Там они были. Ну, аномали. Люди по-прежнему заперты здесь. Может, мы сможем туда прыгнуть напрямую. Будет прикольно. Следовать. Где они там живут в естественной среде обитания. Корветики достраиваются у нас сейчас. Отлично. О, все, нас заблокировали на Васкаре. Поставили базу, товарищи. И райвалам я их не могу объявить, потому что они патетик. Но это и хорошо, потому что и они меня райвалом объявить не могут вместе с этими двумя пацанами. А это значит, что момент вступления между ними в союз оборонительный, он откладывается. Что, конечно, просто замечательно. Так, Альвира доделала свои инжиниринги. Армии делаются, да? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вот так вот. Коней больше нельзя в армию набирать. 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Сделаем две ударные группы по 20 пехот. Кинем их на эти планеты отдельно. То есть мы будем такую молниеносную войну пытаться делать. Здесь что? Да. На все нужно куча, просто прорва, бездна ресурсов. Там у нас, кстати, констрактор какой-то остановился, да? Я думаю... Думаю, я далеко его убирать не буду. Я когда захвачу систему, возможно, там что-то подзастроить придется после войнушки. Так, тут идет апгрейд, там анкоридж развивается. У нас еще есть слоты. И можно, я думаю, еще один терраформинг кандидат. Что ж ты будешь делать? Так, ну рядом с Эльгейтом поставим таки старпорт. Мало ли что. Пусть там он будет, хоть какой-никакой. Чтобы хоть в списке здесь присутствовал, мы его потом проапгрейдили. Так, шипьярды не загружены. Думаю, проведем грейд корабликов. Там щиты были вроде как третьи. Полезно будет. Да, упали наши доходы конкретно. И это корабли находятся в доке сейчас на станции Playgroundской, где есть строение Крюкоттерс, которое... снижает обкип кораблей на четверть. Так что, когда мы вылетим оттуда на отправляться на боевые позиции уже, у нас еще экономика просядет, как будто нам нынешнего состояния мало было. Да, без щупалов это все было бы невозможно. Это был, конечно, супер вин щупала. Survey Speed, Shield Capacitor или Barrier Point Defense. Я думаю, Barrier Point Defense. Вообще, мы можем так и крейсеры достроить в наш флот. Потому что, судя по всему, что у нас сейчас тут все произойдет. Пока мы тут готовимся. Olfactory Study. Что надо? Science Ship. Ну, ресерчите, чтобы это не было за Olfactory. И двигайтесь дальше. Так, пацанчик Тао Цигни исследовал. А ну-ка, мы можем прыгнуть. Отлично. Посмотрим, что будет, если мы в Солнце прилетим. Правда, исследовать систему мы не можем, потому что она принадлежит другой империи. Но, может быть, квест активируется просто по прибытии. Если нет, тогда отправимся, наверное, бафать ресерч на одну из планет. У кого не шип? Так, окей. Survey complete. Он сейчас special project нам сделает. Наука продолжает потихоньку расти. Это отлично. О!
Они предлагают нам получить 50 инфлюенса за 500 энергии. Конечно. Прекрасно. Так, значит, план следующий. Берем вот этот вот перк, дешевле клеймы. Получаем вот эту технику, дешевле клейми. Клеймим еще Цезуенов, Пазуна. И, наверное, Ламбда Серпентис. Просто чтобы он нас не трепетался перед глазами в тылу. Ой, класс! Класс! Достаточно было просто сюда прибыть. Нам дали 80 инфлюенса. Че, флот у них 896, они боятся. Ну, люди, вы меня разочаровываете. Так, прыгаем куда теперь? Вопрос, потому что... Вопрос, собственно, а что у нас за планета следующая по... Вообще, стероп, по-моему, у нас там суперский был. По науке, да? Там кучу лабораторий понастроили, пацаны там есть соответствующие. Эти что-то ксенофилы не особо... У нас ксенофилы есть? Еще и привлекательные? Так, вопрос. А что это у нас ксенофилия тут развивается? Так массово, причем среди населения. Freak Xenos in Empire, Charismatic Pops in Empire. А-а-а, вот оно что. Короче, во-первых, у нас равенство, дружба, жвачка между всеми этими непонятными существами присутствует. Это первое. А второе... где эти парни? Вот они. Короче, наличие вот этих пацанов, очень харизматичных, заставляет другие расы вообще тепло к ксеносам относиться. Ну и рисовать всякую извращенскую мангу. Так, Нестера подправляем. Experimental Subspace Navigation. Али, классная штука. Да, то есть мы рискуем попасть под влияние фракции ксенофилов. Я еще удивлен, что она у нас еще не образовалась, но походу образуется через какое-то время. 100 экспы, 350 ресерча, да, whiff of something. Ну ладно, и то хлеб, как говорится. Правда, парень не так 5 левела, ему экспириенс некуда пихать. Но я его не ставлю на науку, потому что он супер спец по изучению аномалий. Трежери. Нашли подземные сокровища той несчастной расы, которая оказалась жила под землей в одной из наших колоний. Так, реинфорсим ли мы флит уже до упора? Нам говорят, что типа хватит. У нас пока стол заказов все равно большой. Мы все равно еще ждем несколько месяцев для всяких там клеймов. Вообще, я хочу крейсера. Я хочу, чтобы мой удар был сокрушительным и абсолютно неотразимым. Чтобы у противника не было никакого шанса, а наши потери были минимальнейшие. Крейсера в этом плане очень помогут. Так, флит менеджмент. Ну что, нам хватает? Хватает. Ладно, не реинфорсим наши корветы. Единственное, что нам может не хватить naval capacity. Есть тут такая вот темка. Но мы тут как раз подстраиваем, население у нас там подрастает, хотя от населения, ну, как, 46 на самом деле, 46, не так уж мало. Стархолд апгрейдится долго, ничего с этим не сделать. Ну, о, у пацанов выход сюда есть, опа. Это вот это вот надо давить в зародыши, потому что у них есть потенциал разрастись. Есть вон планеты какие-то клевые, да? Вот еще нас унижают. Вот что я тебе сделал-то, а? А, подожди. Это вот этот пацан, по-моему, был, да. Что я тебе сделал-то, щупальце ты дурное? Ну, он ксенофоб такой сумасшедший. А мы, наоборот, тут развели у себя, понимаешь, свальный грех залетных ворон, как говорится. В общем-то, вполне обоснованно, с учетом того, что у них там, небось, идеи какой-нибудь дурацкой расовой чистоты и прочий бред в головах происходит.
Ну что ж, я могу сказать. Я им сочувствую. Так, здесь сделались все. Это что? Ах, ну да, это наша там... супер крутая там база строится. Кстати, тут нет никаких там приколов, типа нет шилдов, нет disengage chance reduction. О, technology, и он продвинул нам Unity. О, плюс 2 лидера, но очень дорогая теха. Max influence from factions и... О, вот эта штука классная. Это ставится на станцию космическую и дает, конечно, Unity единицу, то есть как бы невнятно. Да, но зато привлекательность государственных этих сильно увеличивает. И unrest типа снижает. Но суть в том, что с этими штуками мы сможем легче держать у власти наших, во-первых, демократов. Ну да, промывать мозги своим гражданам на тему того, что свобода, равенство, братство это хорошо и вообще прелесть. Вот, и даже наши научники немножко от этого, по-моему, получат. Просто фракция ученых, она как-то очень сильно потеряла свое влияние в обществе. Хотя целевой показатель у них 21, но это без учета всяких там пацифистов, ксенофилов и ксенофобов, которые у нас, наверное, есть. Ксенофобов насчет этого не уверен, но всякие под... ксенофилы там имеются, я могу сказать. Так, ну тут все очень воинственные кони, мы из них пехоту еще набрали, там пачку приличную как раз таки. Ну вот среди них есть такие типа за равенство радеющие пацаны. Милитаристы 4,3% притяжения. Материалисты 21,71%, эгалитаристы. Ну, конвертнутся со временем. Так, клеймы делаем дешевле. Прекрасно. О, где-то там у нас пехота доделалась. Так, и теперь делаем клеймы, собственно, вот эту планету слегка удаленную, всего за 52. И за вот эту колонию в Пазума. Тем самым отрезаем вот эти три системки на будущее от противника. Вот, это 139 инфлюенса нам стоит. А у этого зеленого пацана мы добавим, пожалуй, это две сразу, потому что эта система, она без колоний, поэтому увеличение стоимости за дистанцию нам не страшно. Так, и у нас осталось немножко инфлюенс, я думаю, расширять планеты дальше. Строим, так сказать, город-сад для наших котов. Вопрос в том, что их нельзя никак нормально отсортировать. Потому что я уже вот часть сделал планет. Но на какой остановился, я вообще не помню. Вот, Land Clearance 1 тайл добавит. Планета станет 25, несмотря на то, что этот мир гробница, мир пустошей. Но я думаю, щупала там просто устраивают сафари для всех любителей вселенной Fallout'а. Так, здесь продолжаем расширять альпийский мир. Джумла Прайм, Прайм, альпийский мир. Все, подрасширили чуть-чуть планетки, чтобы было куда сектору расти. Чтоб... Так, Джумла Прайм надо запомнить. Три науки, прелесть какая. Сектору начинает не хватать минералов. Но, в принципе, он почти дорос. Я, правда, вот чутка что-то расширил. Так, а чё, пацан, типа, заняться нечем? Так, и вот сюда... Нет, потом посмотрим. Так, этот парень прыгает обратно домой. Мы его, кстати, можем, наверное, будем переименовать в название колонии, чтобы было понятно сразу, где чё и как. Здесь констрактор уныленько строит свое дело. Вот зря я весь инфлюенс потратил. Сейчас по-любому какой-нибудь дурацкий ивент будет... типа там неудачная бюрократия в колонии, бла-бла-бла, потратьте там 100 инфлюенса, чтобы не получить себе головную боль. Так как у нас его не будет, мы головную боль, естественно, получим. Так, мы закончили формирование костяка нашего флота. Ну, вот такая разница в цифрах. Не знаю, в чем разница между этими двумя флотами, почему они такие разные.
Вот, здесь просто адмирал бафает. А, ну да, это Ролпакинская армада. Понятное дело, что у них там покруче все. Так. Так. У нас вообще слот только... Опа. На Avastium Prime у нас опять какие-то рефьюджи из Гридза и Дран Комбайна прилетели. Что за пацан? Кто такой будешь? О, еще одни жители, кстати, этих Том Ворлдов. Арми Дэмэдж, они стронги, кстати. Харизматики, резилиенты. Но только Юнити они не умеют вырабатывать. Блин, вот этих бы пацанов выселить бы на какую-нибудь большую планету, такую здравую, да? Кстати. Добро пожаловать в мир, где о вас государство заботится, пацаны. Вот. Выселить бы их на отдельный большой мир, чтобы из них пехоту делать. Потому что вот этот перк, вот, он как бы дает. Так, а что у нас такой happiness хреновый? У них faction happiness почему-то 12 по факту. А, все, нормально. А куда его? Куда он делся? А, вот он. Так, ну они вообще на минералах хороши, вовсе не на науке, куда их кинул. АИ сектора. Ну да и ладно, впрочем. Что-то там строится. Так, у нас заселились еще пиорины. Барьер Point Defense. Прекрасно. Это против ракетного оружия противника. И если вдруг такое случится, и у него будут какие-то там страйккрафты, да, то есть истребители маленькие, выпускаемые из ангаров. Ships upgraded. Ships, я бы даже сказал. 3 месяца до крейсеров. Мы достраиваем оборонительную станцию на Фолингаре. О, пацан долетел. Ну, на стеропе ему. Науку толкать. Стеропе. Все, поехал пацан. Тем более он будет 16% бафать с его 4-м левелом. А у нас тут уже научки так неплохо. Производится неплохо. Так, ну этот парень будет тут расти, конечно, целую вечность. Констракшн на очередной. Что, мы все понятно, что ли? Не, Баскарат он еще. А мы еще все еще пехоту строим. Остался кармашек выживших этих подземных несчастных жителей. Свинство, конечно. Ну, что сказать, они наши краснокожие, к несчастью. Печально, но... Там дестройер хулпоинты были 200. За 200, да? Плазма трастера. Вот Destroyer Hullpoint, я думаю, к войне как раз поспеет. Потому что именно грейдить кораблики у нас вряд ли будет особо возможность. Так, ну что? Мы создали... Мы освоили идею крейсеров. Пора задизайнить наш крейсер. Ну, во-первых, теперь роль пушинки... То есть наши фрегаты имеют определенную роль. Они стартуют бой ракетами. Range 100 позволяет стрелять практически с самого начала. Игнорируют сами шилды. Их задача налететь роем, колотить и уворачиваться, отвлекая на себя огонь. Если дожил, долетел в упор, работает над тем, чтобы тушить вражеские шилды, не давая им регенерировать с помощью автокэнонов. Все, в принципе, понятно с ним. Пушинка, станет вариантом корабля, который занимается исключительно разгребанием разного, там, не знаю, ракет, перехватчиков и прочих вещей. И, естественно, ближний рейндж, трекинг, фаер, рейд. Прекрасно подходит.
Значит, зенитки, они, по-моему, вот флаг Кэноны против ракет, если я не ошибаюсь. Может, Afterburner'ы им дать? Sublight Speed, Evasion. Правда, точность тоже хорошо для эсминцев. Ворот у них почти 40. Ну, 2%. Я не уверен, что это много даст. Может, реактор поставить? Он и как бы оружие бустанет, и все вообще бустанет. Ну, Fire Control дает шанс to hit, так что... Пушинка, выполняешь свою роль во фроте. И крейсер. Крейсер у нас будет кем? Можем загрузить его ракетами. Причем прилично так загрузить его ракетами. Вообще прям. А в принципе, почему бы и нет? Почему бы и нет? Стоят на дальней дистанции, просто штампуют ракеты по противнику. Без всяких сожалений. Ну и medium weapon slot, как бы это все отбиваться. Вопрос только, какие ракеты им дать? Конечно, торпеды мощная штука. Спору нет. Но у них есть один большой минус. У них... мало, точнее, нет эвейджена. И скорость поменьше, чем у обычных ракет. То есть пока торпеды долетят... Торпеды, наверное, имеет смысл поставить, кстати говоря, на эти, на корветы. Потому что корветы долетят достаточно быстро до врага. И будут спокойно себе лупить в упор. Назовем их хвост. А вот здесь, наверное, вот либо обычные ракеты, либо Swarmer Missile. Значит, разница Swarmer'ов, что они менее эффективны по дэмэджу, но у них дофига хулпоинтов, то есть они очень живучие, их тяжело сбить, если у противника много ПВО, они работают шикарно. Но в принципе и антиматерные, антиматериальные, нет, антиматер... антиматерные, наверное, все-таки. Я не знаю, кстати говоря, как правильное слово произнести на русском. Вот. У них есть evasion чуть-чуть. Но, правда, это ПВОшками легко, по-моему, обходится, да? У них дамаг. В принципе, 14 хулпоинтов. Если у нас торпед дофига с корветов летит... Думаю, мы можем все обычные ракеты поставить. Из вооружения, значит, медиум. Так как я буду ставить им компьютер, который будет стараться держаться на расстоянии, есть смысл ставить кинетику, потому что у нее рейндж больше, чем у лучевого оружия. Поэтому медиум, смол, кинетика... Здесь, значит, в случае, если к нам близко подлетают, один автокэнон будет хорошо работать, потому что смолбушки, и пара лазеров на ближний бой. Вот как-то так. Ну и, конечно, стандартное сочетание пополам шилды с броней. Здесь что? Chance to hit нам, ну, не особо-то и нужен, но у нас ничего особо другого и нет. Можно тем самым слегка поднять точность кинетики. И влепить, допустим, реактор. Да, вот запас энергии. Даже какой-то есть смешной ворот. Автоапгрейд ставим. И вот ракетный хвост у нас появился. Тем самым у нас очень сильная ставка на ракетное вооружение идет. Но в том-то и суть, что ПВО противника... отражая наши ракеты, занимает слот, из которого по нам могло бы бить оружие. Так, теперь хвосты добавляем. Сколько флота я могу себе позволить сделать? Наверное, немного. Поставим по 3 крейсера в каждую пачу.
Грейдим кораблики, под новый дизайн переделываем. И заложим крейсера строятся наши. Первые крейсера по 3 во флот. И после этого вылетаем на позиции. Все просто. Джумла тут нормально. Пехота у нас, кстати, должна будет уже скоро достроиться. Как раз все сойдется к одному примерно моменту. Ships upgraded. Fleet management. Reinforcing всех. И нам не хватает на это минералов. Так-то. Ничего себе. Армис. Ничего себе, крейсера меня озадачили. Да, давайте там какие-то аномалии еще. А сколько мой стоит крейсер один? Ого, почти 1000 минералов. Ты кто такой? Я тебя не звал. Иди отсюда. Хочется сказать, но нет. Так, кто они такие? Они сильные, натуральные физицисты. И альпийские жители. Ну, не знаю. Strong Natural Physicist. Такое себе. Не сказать, что супер раса на самом-то деле. Живут они в Альпах. В принципе, что я уже особо-то и не это. Не, ну мы с там Нона Грешином дружим с ними, поэтому нет, ребят. Извините, как бы, но... Такие мигранты нам сейчас не нужны. Тем более, что у нас заполнено население, а вот он может получить наших иммигрантов. И это будет как бы ему в плюс. Там где-то звездный стоянка мертвых кораблей, как говорится. Точнее. О! Эльгейт Инсайт. Надо было, наверное, почитать, за что нам его дали вообще на самом-то деле. Так, ну что, крейсера-то пошли строиться, господа. Крейсера это вам не просто так, хвосты. Это серьезно. Так, давайте еще реинфорсим парочку. Еще один шип потом останется. Там что-то летает, тянки летают какие-то. Ну, а, кстати, research база. О, пацаны, вы долетели. Technology discovered. О, influence от фракции больше. Deep Space Black Site. Для этого придется грейдить станции. Chemical Bliss изучить. Да, чисто для Unity. Возможность содержать население определенной расы под... химическим, так сказать, способом обрадовать. Полезно на первое время, когда только захватил кого-то, включил, и пацаны довольны. Без особых восстаний. Ну, неприятности эту мы переживем. Так, ну и что, крейсера мы заказали, база достраивается, пехота у нас сделалась, ships upgraded, как говорится. Даже survey complete. Ну что ты будешь делать, а? Где он? А, у него еще там работы и работы, как говорится. Так, ставьте станцию. И на этом, я думаю, мы с вами прощаемся. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте палец. И с вами был Андеркун. Пока-пока.